На кормопроизводство выделили дополнительно более 52 миллионов рублей из бюджета республики. Как известно, в некоторых районах кормозаготовительная кампания проходит в особо сложных и тяжелых условиях из-за сильных дождей и низкого травостоя. Поддерживать сенокос будут по четырем направлениям. Во-первых, это обеспечение товаропроизводителя и кормовой солью. Во-вторых, организация работы мобильных бригад. Также организация конкурса среди муниципалитетов по выполнению плановых показателей по кормопроизводству. Победителю будет вручен трактор «Беларус». Помимо этого, в Северные Улусы, Булунский, Абыйский, Нижнюю Колыму и Среднеколымские районы по водному пути доставят комбикорм, зернофураж и соль.